ходе акции сотрудники госавтоинспекции и юидовцы предлагали пешеходам выбрать лепесток ромашки с вопросом о соблюдении мер безопасности на дороге и ответить на него. После правильных ответов участникам акции вручались профилактические памятки и световозвращающие брелки. Юные инспекторы напомнили пешим участникам движения о важных правилах безопасного поведения на дороге. Рассказали о том, как правильно перейти проезжую часть, как избежать дорожных ловушек. Юидовцы в ярких жилетах с агитационными плакатами призывали детей и взрослых всегда и везде соблюдать правила дорожного движения, носить светоотражатели в темное время суток.